мокростью белил. Мокростью. Вот такой жижи. Когда сделаешь эту жижу, уже в жижу начнешь загонять цветики. Голубой, коричневый. Прямо мощно. Вот так мощно. Так, чтобы в фоновом пятне произошло нечто подобное. Хорошо? То есть здесь много вырисованности переднего плана. Поэтому если мы задник сделаем с какими-то эффектами, появится вот эта живописная закваска картины. Это не будет просто вылизано. Хорошо? Так. Понимаешь, смотри, набор одинакового размера мазков. Только большие. Только большие. То есть всегда хорошо, когда они разного размера. К центру, к середине стремится, правда? К середине холста. Стремится? Стремится. К середине стремится, да? Даже чуть заходя за середину. Вот таким образом добудешь этот рисуночек. Выдаешь себе красочек, которых уже нет на палитре. И немножко дополнишь чернотами. Чернотами дополнишь. Глухой темнотой дополнишь. А в таких местах развеселишь фоновое пятно. Чем-нибудь. Хорошо? Накидаешь светлого и плотного. И тоже по возможности идею жеста. Хорошо? Да, можно. Причем сиренево можно кинуть. И здесь вот сиренево тоже прозвучит. Подтираем. Сине-розовый. Закладываем сначала пальцем, упаковывая вещество пальцем. Создашь идею цвета и формы. А потом возьмешь густятинку и уже дополнишь густотой. Причем смотри, даже вот эти штучки, они как на лепестках бывают у них, да? Вот такие вот вещи. Можешь даже их кое-где чуть-чуть оставлять. Посмотри, какие лепестковости. Ну, вместе с, естественно, вот с такими закрутеликами. Вместе с такими таяниями. Есть такое, да? Ну, давай. Единственное, что может быть, смотри, легкий, легкий такой намек на прозрачность лепестка дать. Да, чтобы он как будто его просвечивает. Так, хорошо. Помогает.
Давай, если что, пальцем. Угу. И все-таки идея по вот этой траектории. Чуть-чуть объединить. Хорошо? Ну, здесь прямо даже страшно прикасаться, настолько классно. Здесь мощно. Вообще, молодец. Супер. Немножечко использую теперь и кисть для вот таких вот. Да? Чуть-чуть светлее, да? Чуть-чуть. Можно вот так вот, вынимая вещество, формировать. Ну, пока даже нечего сказать. Давай в том же духе. Акцентики. А ты свет этот красивый. Может быть, немножко агрессивно и вот такой, что все-таки с сиреневиночкой таинственнее стало, правда? Да. А то как-то такое оно. Такое же. А оно должно все-таки быть немножко другим. Красиво, что здесь нет практически тональной разницы между фоном и цветком. Смотришь, он делает еще. Организовывает пустоту. Но не агрессивно. То есть, чтобы они все-таки вот эти звуки не отняли у силуэтов.